Так, я вас сняла на фото, теперь снимаю видео. Да, мы давно не видели. В этом году приехали мы в июне. В общем, можно 13 сказать, число. Да, можно особенный сказать, что день. Очень, так сказать, да. В этом году прям рано, начало лета. Это сладеньким пахнет. Денек такой задумчивый, но очень приятный ветерок. Люпины цветут вовсю, и вообще это время разнотравия. Такого обилия цветов, вообще просто красотень, просто чудо. Вот, поэтому, ну, хорошо, что Маша родилась в такое время, когда все кругом цветет. Да, Маша, больше всего тебе, так сказать, в общем-то, вот этой красоты, чтобы она тебя постоянно окружала, чтобы ты наслаждалась здесь, вот в этом своем месте, чтобы это место никогда не увидало. Машуль. Привет. С днем рождения! Днем рождения! Спасибо! Днем рождения! Ура! 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 Я вас приглашу. Нет яркого солнца, нет никаких теней таких глубоких. Ну вообще просто здорово. Смотрите и любуйтесь. Что-то чуть слышно. Модная сумка, очки и стрижка. Все очень серьезно, она не пустышка. Занят ее на любимой работе. И с понедельника, и до субботы. Девочка Маша решает вопросы. Платит налоги и членские взносы. О, шикарно. Вот это я понимаю. Так, ты чё пьёшь? Чё дадут? Чё полегче? Ты чё, венца, да? Да. Наша девушка отмечает день, когда она родилась. Знаешь, самый прекрасный день. А? Да я не крепкая, столовая красная. Костя. Да, она не крепкая. Тогда я лучше сухого. А зря. Какого? Вот этого? О, нет, только не это, красное. А почему эти не хочешь? А это будут. Грация, уговорили, сеньоры. Уговорили. Пусть так. Ой, хорошо. Васи ж там много? Перуня. Виват. Или... А у знаешь, какой виват хороший? Или... Или два с водой, если напополам. А мы длинные? Надо было кто-то, чтобы сел между нами. Ой, да, не между нами. Не надо, мы так загадаем. Да. А мы все между вами. Да. Маш, счастья тебе, здоровья, 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 много денег, хороших друзей. Главное нет, здоровье и друзья. Главное здоровье. И мои друзья. Друзья. И верные друзья. А на Красный Крест ты работаешь, как это? Я не работаю, а я помогаю, волонтарю. Волонтарю. А, да, он волонтер. Да. Я когда хочу, пришел, когда не хочу, не пришел. Волонтер, он делал в монастыре, он там и работал. Да, в горячие ключи. Да, в монастыре. Вот, Виктор, теперь в горячие точки поедем. Да. Да. Конечно, надо проверить, насколько они горячие. Да. Если что, то, конечно, если нет, то сразу. Горячие ключи, это где-то в Адлере. Но это совсем немножко другое. А мы едем к горячей точке, где кипят страсти. Сеньора Нина. Я была в Италии. Я знаю, вы в Италии были из-за дней, да. Нет, почему? Я по туристической. Понятно, я тоже был в этом году в Венеции. В январе был в Болгарии на горе, потом в Венецию. Впервые увидал вот эту Марину. 17. И даже посетил могилу Бродского. Слава Богу, ты и двум людям, которые это сделали, ты появилась.
Вот. Мы тебя знаем уже достаточно много лет. Вот. Ну, что тебе пожелать? Ну, уж больше 20. Да. Ну, хотя тебе лет не так уже и много. Вот, почти, так сказать, ты к 20 недалеко ушла от них. Но, тем не менее. В общем, давай-ка ты цвети, пахни, не процветай. Занимайся своим хорошим этим делом. Не обязательно этим заниматься в Италии или еще где-то. И здесь у нас... Саша, тебя в Италии не отпустят. Да. В общем, да, давай... скажет, заниматься только здесь, в Москве. Давай, чтобы у тебя было... А я в Болгарию хочу поехать. Не только 6 тысяч. Ну, в Болгарии, возможно, поближе. И 7, и 8, и черт знает сколько. Короче, твори свои маленькие фильмы на бытовые всякие и не только бытовые темы. Да, Нинор? Да. Вот, радуй всех нас. Спасибо. Здоровья тебе. Ой, да. Спасибо, дорогой. За Машу. За меня. Да, целуемся. Да. Ох ты. Нинор, давай. Давай, Сашуль. Прекрасно. Верим. Ну ладно, это батька я. Я думал, ты двумя руками держишь. Нет, слушай, я желаю вот сохранять свою природу. Мне очень нравится, что ты такая, в общем-то, импульсивная, живая. Очень творческая. С воображением, с таким. Да. А мы все творческие. Что-то придумываешь. И действительно, вот, собственно, твой образ жизни... Он может быть кому-то там непонятен. Но за тебя, за твои начинания. И действительно, это дает тебе комфорт физически. И такое интересное время было, скажи. Сколько мы интересного, сколько мы сделали интересно. Мы все время в творчестве. Вообще, хочу сказать, нам надо что-то опять с тобой замутить. У нас, кстати, с тобой классно получилось. Ну, во всяком случае, вот за такие интересные события, которых должно быть еще очень-очень много в твоей жизни. Да. Еще нету. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. По 8, по 9. Да и вот, как рабочий день. Вместе, ну, рабочий но день 8 часов. Дальше. Мне не нравится, допустим, волейбол. Ну, интересно, закономерно. Я забыл, ты когда? У тебя игра когда? 80 за 80. Французы, австралийцы. После 20-го, вот. Да? Это 16-го числа в Казани. В Казани. Да. С 18-го футбол начинается. А паспорт болельщика, это нам сказать футбол, очень приятно. Да. У нее паспорт болельщика, она мчится в Казани. Самое главное... что если я вашего ребенка обучу плавать, то этот ребенок у него развивается, когда вот он маленький, ну, да. У него развивается и левое полушарие, и правое. Да. Только плавание, тот спорт, который, что левая рука у тебя равна, что правая, что нога и так далее, все синхронно. И у тебя и левое полушарие, любой другой вид спорта, там где-то, если ты правша, ты правая, у тебя маховое это, то только в плавании у тебя все нога идет. Грудничковое, когда плавание, вот, были 70-е годы, да. До 80-х, мы же выпустили вот книгу «Плавать раньше, чем ходить», сняли фильм 1, 3, 5, 7, 10. Вот ужас-то я пережила. И вот я был тренером, мне тоже говорили, пиши физиологию, там и так. И вот тогда, когда физиологи работали с детьми, то что тогда я им тоже закладывал уже, как они ее психологи, физиологи, там, неврологи. Мы наслаждаемся жизнью. Коломба это печется специально на Пасху, как у нас куличи. И у них куличи наши, они пекутся на Новый год. На Рождество это называется. Или Натали по-итальянски. А
Коломбо только на Пасху. Ну, главное не забыть, зачем собрались. Ура! Ура! С днем рождения! Ура! Ура! О, и можно попробовать. Подождите, я должна задуть. Задуй, конечно, с днем рождения. Я не боюсь. Будешь плавать. Все! Перфект! Ура! Садитесь, сеньоры. Я никогда не думал, что Мариус Льепо не будет так узнаваем, как сейчас. Вот, например, Мариус Льепо знает только, кто болеет и так далее. А Высоцкого знают все. Потому что тогда он Большой театр Мариус Льепо, театр киноактера Таганки, все... Ой, какая прелесть! Можно так, повторяйте. Спасибо за поздравления, мои дорогие. До встречи. Люблю вас.